Саратовские арбузы и калачи привлекли внимание первых лиц страны на Всероссийском форуме продовольственной безопасности, который прошел в Ростове-на-Дону. Делегация Саратовской области представила свой стенд с достижениями агропромышленного комплекса. Интерес председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева вызвал саратовский арбуз, выращенный в тепличном хозяйстве «Волга». Пока, по словам представителей предприятия, это экспериментальный экземпляр. Хозяйство занимается выращиванием овощной продукции. Визитной карточкой на выставке стал знаменитый саратовский калач, а также растительное масло, макаронные изделия, крупы и колбасы. Этой продукцией регион замещает в стране импортные товары. Объемы ее производства в прошлом году область значительно превысила. По словам губернатора Саратовской области, наш регион должен занять свою нишу в производстве сельхозпродукции. Некоторые регионы ушли вперед, но время было такое. Вот сейчас надо свою нишу занимать. Может быть, не повторять где-то. Вот я посмотрел, сыр, вот Татарстан сыр, Мордовия сыр, там Волгоград сыр. Но если эта ниша уже занята, что его повторять? А трудоемко, вот они говорят, на остатке сейчас 1000 тонн сыра лежит. Но это дисбаланс уже немножко получается. Там надо свою линейку. В рамках мероприятия между губернатором региона и руководством комбайнового завода «Ростсельмаш» был заключен договор о сотрудничестве, который позволит сельхозпроизводителям области приобретать тракторы и спецтехнику со скидкой.